18-м городом-побратимом Нижнего Новгорода стала Баня Лука Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Торжественная церемония подписания соглашения об установлении побратимских связей состоялась в ходе встречи главы Юрия Шалабаева с зарубежными российскими делегациями в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Напомним, в мае 2019 года в Баня Луке с успехом прошли Дни Нижегородской области. В июле этого года прошли ответные Дни Республики Сербской в Нижегородской области. Особенно запомнилось выступление старейшего вокального коллектива Республики «Единство».